Ну что же, с Сахалина на Чукотку перемещаемся. Там военные связисты выручили из беды белого медвежонка. Краснокнижное животное забрело в одно из поселений. По его поведению сельчане поняли, что малыш потерялся, и попросили помощи у военнослужащих, которые дежурят на острове. Военные развернули целую спецоперацию. Министр обороны Сергей Шойгу лично отдал приказ отправить за медведем военный самолет. Борт с косолапым приземлился в Московской области. Потеряшку доставили в питомник столичного зоопарка под Волоколамском. У медвежонка берут анализы и делают прививки. После этого животное обретет новую семью. Его поселят к сородичам, которые уже живут в зоопарке.